Здравствуйте, я Елена Бунеева, маркетолог Atome в Кыргызстане. Наша республика находится в самом сердце Центральной Азии. В старину здесь проходил Великий Шелковый Путь. Это наследие многих исторических событий. Он повлиял на развитие нашего региона. Изначально на этой территории проживали кочевые народы, которые впоследствии сформировали кыргызскую нацию. Развито было разведение породистых лошадей. А Великий Шелковый Путь помог наладить торговые отношения с соседними народами. Кыргызстан – это страна гор. Туристы, видя нашу природу, сравнивают нас со Швейцарией. Ведь у нас есть зона альпийских лугов, которые невероятно похожи на настоящие Альпы. На территории Кыргызстана находится горный хребет Тянь-Шань, который делит страну на северную и южные части. Несмотря на это, в Кыргызстане 7 крупных регионов, каждый из которых по-своему уникален. Столица нашей родины – город Бишкек. Одним из наших сокровищ мы считаем наше озеро Иссык-Куль. Это второе по величине высокогорное озеро в мире, которое часто называют «жемчужиной Центральной Азии». Культура Кыргызстана многовековая, традиции передаются от поколения к поколению. Гостеприимство – отличительная черта нашего народа. Исторически сложилось так, что Кыргызстан – многонациональная страна. Ведь мы граничим не только с Казахстаном, но также с Таджикистаном, Китаем и Узбекистаном. Благодаря этому на территории страны множество исторических достопримечательностей, которые сохраняются и поддерживаются на уровне государства. Несмотря на многовековую историю, в рамках Содружества независимых государств Кыргызстан – молодая страна. У нас происходили народные митинги, мы пережили несколько революций. С каждым годом политическая обстановка становится стабильнее, и уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что Кыргызстан – это светское прогрессивное государство. Многие иностранные инвесторы запускают свои проекты в различных сферах бизнеса. Сегодня Кыргызстан – это остров демократии в Средней Азии. Самым высоким показателем активности граждан по политическим вопросам и действиям в СНГ. Недавняя ситуация в Казахстане потрясла нас, ведь в первую очередь мы не только соседи, но и народы-побратимы. С общей системой доставки товаров народного потребления из России и других стран. У нас открыты филиалы крупных банков Казахстана, через которые ведут свою операционную деятельность наши бизнесмены. Поэтому на время беспорядков, к сожалению, мы не смогли в полном объеме осуществлять нашу работу. Но возобновление всех процессов прошло очень быстро и без потерь для нас. Ситуация стабилизировалась, и мы работаем в штатном режиме. Недавняя авария на центральной среднеазиатской электростанции на короткое время обесточила значительную территорию Кыргызстана. Но это также не повлияло на жизненные процессы, так как обесточивание длилось всего несколько часов. Компания продолжает свою работу в Кыргызстане и радует потребителей своей продукции каждый день. Atome – это ведущий бренд в Кыргызстане. У наших граждан продукция вызывает не только огромный интерес. Почти каждая третья семья пользуется продукцией Atome ежедневно. Поэтому уровень узнаваемости бренда очень высокий среди населения. Потребитель в Кыргызстане очень сильно обращает внимание на состав продукции и цену. А так как продукция Atome – это абсолютное качество по абсолютной цене, то Atome очень популярна в нашей республике. Сейчас на нашем сайте представлено большое количество продукции разных категорий. Но есть товары всенародно любимые. Они пользуются большим спросом, такие как зубная паста – это мегахит продаж, состав которой оценили по достоинству. Ведь она не только помогает ухаживать за полостью рта, но у нее приятный вкус, что позволяет пользоваться ею не только взрослым, но и детям. А это очень важно. Кимахим – не имеющий аналогов продукт для здоровья в Кыргызстане. Его советуют принимать люди с медицинским образованием. Ведь его состав помогает решить актуальные проблемы современного человека, такие как проблемы со сном, утомляемость, общее укрепление организма в такой сложный период, как сейчас. И я говорю о вирусных заболеваниях в холодное время года. Хонсамдан, красный женьшень, еще один хит продаж, прекрасный иммуномодулятор, очень актуален в зимнее время. Набор Абсолют Селактив. Любимый набор по уходу за кожей лица наших женщин.
Гидрогелевые маски и патчи Atomy – это must-have для кыргызстанок. Уже сейчас это самый обсуждаемый продукт среди наших участников. Кыргызстан – это страна возможностей. Здесь представлено много MLM-компаний и интернет-платформ для бизнеса. Но несмотря на это, Atomy – это свободный рынок. Здесь мы можем говорить о том, что в ближайшее время наша продукция будет в каждом доме, в каждой семье. Уже сейчас у нас проводится большое количество мероприятий. Наши дистрибьюторы рекламируют и проводят мастер-классы, встречи с не только участниками, но и с обычными покупателями. Интерес к продукции растет с каждым днем. Кыргызстан гордится быть частью семьи Atomy во всем мире. Итак, теперь вместе посмотрим, как наши участники работают. Всем привет! Меня зовут Айджамал Матмусаева. Я на статусе мастер Шаронской розы и руководитель одного из центров в Кыргызстане. В нашем центре мы проводим консолидированные выдачи товаров. Продукция поступает 3 раза в неделю в наш центр. Наши партнеры приходят не только, чтобы забрать свои продукции, но также мы проводим разные обучающие тренинги о маркетинг-плане, о продукции, рассказываем о новинках, еще проводим мастер-классы о продукции. Также в нашем центре мы проводим инстаграм-эфиры и снимаем видео. Каждую пятницу мы собираемся с нашей командой в центре, обсуждаем разные вопросы и решаем их. Работа идет сейчас очень динамично и интересно. Я очень рада, что работаю в компании Atomy. Меня вдохновляют мои вышестоящие спонсоры Владимир и Мика Хигай, которые показывают невероятный успех компании Atomy. Меня еще вдохновляет их целеустремленность и преданность к своей работе. Для меня Atomy – это не просто компания. Это сообщество людей, где сбываются мечты, и можно осуществить любое свое желание. Я знаю, эта компания в Кыргызстане номер один. Люди доверяют качеству нашей продукции и с удовольствием приобретают ее. Поэтому я считаю, что моя основная задача – это рассказывать о продукции нашей компании и об Atomy. Здравствуйте, меня зовут Канакей. Я мастер продаж в компании Atomy. В Atomy я пришла 2 года назад. Сейчас я в основном работаю в центре Atomy в Бишкеке, где каждый день мы занимаемся раздачей продукции, приемом заказов и консультируем людей. В нашем центре я участвую в подготовке семинаров и тренингов. Это очень интересная работа, потому что о продукции Atomy я могу рассказывать постоянно. Мне нравится продукция Atomy, и я с удовольствием пользуюсь этой продукцией каждый день. У меня большие планы. Я надеюсь, что в этом году я стану мастером Шаронской розы. Меня вдохновляет моя вышестоящая спонсор Матмусаева Айджамал. Она всегда помогает мне. У нас очень дружная и динамичная команда, которая постоянно растет. А также наша команда участвует во многих мероприятиях нашего города, где мы рассказываем и показываем продукцию Atomy. Мне нравится моя работа здесь, я получаю удовольствие от этого. Это работа, о которой я мечтала. Я горжусь быть Atomy. Здравствуйте, меня зовут Эльнара. Я работаю в центре Айджамал Матмусаевой менеджером. Я принимаю и выдаю товары. Самая продаваемая наша продукция, это у нас идет витамин С, наборы шампуней, 4-этапка Ивникер, Химахим. Ежедневно мы принимаем около 20-30 клиентов в день.
Помимо выдачи товаров, мы еще занимаемся консультацией клиентов, помогаем им сделать правильную регистрацию, сделать заказ. Также помогаем правильно пользоваться нашей продукцией. Мне нравится работать в этой компании с очень отличной дружной командой. Также мне очень нравится продукция Atomy. Абсолютная цена и абсолютное качество. Я горжусь быть Atomy.